Друзья, всем привет! Сегодня 5 минут вашего времени. Хочу поделиться с вами покупкой, которую мы совершили на прошлой неделе. Мы купили автомобиль под заказ, купили Honda Freed. Honda Freed у нас 2010 года, ну, искали, честно говоря, 10, 11, 12 год, потому что бюджет у нас все-таки был ограничен. И поставили ставку, и вы не поверите, в первый же день ставка прошла. У меня, по-моему, за всю историю, это первый раз, когда ставлю ставку, и в первый же день она проходит. Обычно там 2-3 дня, неделю торгуешься. Это с первого раза ставка проходит. И мы купили автомобиль Honda Freed серого цвета, 77 тысяч пробег у нее. Машина практически вся в родной краске, сейчас вам аукционный лист покажу, но есть загрязнение по салону. Кстати, комплектация не самая бедная, мультируль есть, климат. Загрязнение по салону есть, скорее всего придется сделать химчистку, когда машина прибудет в Владивосток, либо уже в регион, там хозяин сам сделает. Машина шестиместная, обращаю внимание, что задний у нас ряд кресел, капитанские, да, кресла стоят. Вот он, аукционный лист. Оценка 3,5 балла. Искали либо 3,5 балла, либо 4, либо R-ку, но с минимальными повреждениями, то есть, что внутренних повреждений никаких не было, только по железу. 3,5 балла. Она, почему я говорю, практически вся в родной краске, здесь по аукционному листу подкрас порога. Но это не критично. И вот по правой стороне небольшие вмятины. 2010 года, как я сказал, 77 тысяч километров пробег. 3,5 балла оценка. И мы этот автомобиль купили за 100 тысяч рублей. Вы не поверите. Honda Freed 2010 года с пробегом до 100 тысяч километров в Японии стоит на наши деньги, если перевести на сегодняшний день, 162 тысячи йен. Это цена, конечно, за которую мы купили этот автомобиль. Перевести в рубли, умножить на 0,62. Мы получим 100 тысяч рублей. То есть, вот такой автомобиль можно купить за 100 тысяч рублей. Но было бы все так сладко, если бы не одно но. К этой сумме прилипают таможенные платежи, а раз таможка у нас этого автомобиля стоит объем, двигатель у нас 1,5, 118 лошадиных сил, на сегодняшний день стоит растаможка, ну, таможенный платеж 442 614. То есть к этой сумме еще прикладывается у нас услуги брокера, расходы по Японии, фракт, и в итоге полностью, если все это в круг сложить, то автомобиль у нас, ну, вот как Аляда, по крайней мере, на сегодняшний день по калькулятору Аляда считает, это выходит 765 тысяч рублей. Ну, примерно так оно выходит. 765 тысяч рублей в Владивостоке сумма этого автомобиля. Но в Японии эта машина стоит 100 тысяч рублей. Просто вот вдуматься, 100 тысяч рублей. Что у нас за 100 тысяч сегодня можно купить, да, из автомобиля? В Японии такие цены, вот 10, 11, 12 года, далеко не один из примеров. Вот в Японии можно купить такие автомобили. За 100, за 150, за 200 тысяч рублей. У них эти машины ничего не стоят. Но когда мы привозим эти автомобили к нам в Россию, все это накладывается, таможенный платеж, фракт, все это суммируется, и она выходит там у нас вот чуть ли не под миллион. Да? Почему чуть ли не под миллион? Потому что 765 тысяч рублей на Владивостоке выйдет примерно. И эта машина поедет в регион, в город Воронеж. Доставка до города Воронеж на сегодняшний день вот именно такого автомобиля, класса такого, 150 тысяч рублей. Ну, то есть вы прибавляете еще 150 тысяч рублей, и у нас уже сумма около 900 с копейками, да, получается. Поэтому хорошо было бы, конечно, если бы у нас платежи, об этом все, наверное, мечтают, кто занимается автомобилями, либо кто хочет купить автомобиль из Японии, хотя бы там, не 442 тысячи, а вдвое поменьше, да, хотя 50% от этой суммы, то цены на автомобили бы прям сладкие были. Но, к сожалению, это не так. И вот такой вот автомобиль мы купили. Хочу сразу сказать, что вот я уже до этого записывал ролик, многие сейчас интересуются Honda Freed, Honda Freed Spike спрашивают. До миллиона. В любом случае, до рестайл получается, вот в таком кузове, который мы купили. Просто многие спрашивают, можно ли за миллион купить уже рестайл в новом кузове, который идет на 19-й год, я имею в виду, кузов. Нет, до миллиона такую машину не взять. Куча объявлений на Авито висит по Владивостоку, что привезем под заказ. Миллион рублей, 990 тысяч рублей. Honda Freed 19-го года с пробегом 30 тысяч километров в рестайлинговом кузове. Нет, это все, не верьте, это все развод. Таких цен не существует. Я сколько раз говорил, что вот вы сами можете, прям каждый из вас, кто смотрит, зайти на сайт Аляда, открыть раздел «Статистика продаж» и прицениться, выбрать любую модель, которая вас интересует, и прицениться, посмотреть, за какую сумму они продаются на аукционе,
И на Лядо очень удобно сделано, что есть сразу калькулятор, он, конечно, примерный, но примерную цену показывает, что если вы там купили, допустим, за 150 тысяч йен или за 200 тысяч йен автомобиль, то сколько он сразу со всеми расходами выйдет в России. Поэтому каждый из вас может прицениться и не верьте вот этим чудесным ценам. Чудес на свете не бывает. Рестайл выходит, если мы говорим о 4-бальном автомобиле, то в среднем где-то вот 1 300 000, 1 350 000. 3,5 R-ку можно где-то вот 1 250 000 взять на сегодняшний день с пробегом до 100 тысяч километров. Это 2019 года Honda Freed. Там, конечно, кузов уже поинтереснее, посовременнее. Вот. Но 10, 12, 13, 14 год Freed не менее интересный автомобиль. Если взять в хорошем состоянии, не битый, с небольшим пробегом, то он вам тоже будет долго служить. И я думаю, что вы будете отлично ездить всей семьей на этом автомобиле, и можно путешествовать. Пожалуйста, очень удобный автомобиль, особенно если у вас там двое детей. Пожалуйста, вот Honda Freed 6-местный вариант, очень хороший. Если у вас нет детей, либо там один ребенок, вы любите на рыбалку съездить куда-то там еще на природу, пожалуйста, Honda Freed Spike берете, где сзади нет третьего ряда сидений, там просто огромный багажник, куда можете вы все погрузить, и палатку, и все что угодно, и выехать. Поэтому такие автомобили очень актуальны на сегодняшний день, потому что ну, до 1 000 000 можно приобрести неплохой автомобиль. Поэтому все, друзья, практически, как я вам обещал, в 5 минут чуть больше уложился. Спасибо всем за просмотр. Кого интересует автомобиль из Японии, Кореи и с недавнего времени еще из Китая могу помочь привезти, пожалуйста, пишите в WhatsApp, обращайтесь. Всем спасибо за просмотр. Пока.